Харю. Харю, харю, харю. Ну, пойди сюда. Иди сюда. Я... Так, я с тобой еще не договорила. Ну-ка, ну-ка сюда. Я ничего. Я ничего не делаю, я просто играю. Просто бегаю и все. Ты что, в Майнкрафт играешь? Ну я просто выживание там решила пройти просто. Ты зашла в мой аккаунт Майнкрафта? Ну да. Я сейчас пришел записывать ролик. Я ухожу. Так ты подожди, а сколько ты играешь? Ну, где-то минуты три. Три минуты? Да. У тебя железный меч и железная кирка. Как... У тебя стак мяса. Кать, откуда у тебя стак мяса? Какой стак мяса? Да чё, сядь. А хотя нет, не туда сядь. Так, сейчас мы с тобой разберемся. Откуда у тебя железная кирка? Мне подарили. Кто? У тебя три алмаза. Откуда у тебя три алмаза? Ну смотри, там группа ВКонтакте есть, там обмениваются всякими подарочками, мне подарили просто. Я решила, что, ну, наверное, так хорошо будет. Тебе в Майнкрафте подарили три алмаза? Да. Кто? Да, не знаю, кто-то. Кто? Ей кто-то в Майнкрафте подарил три алмаза. А ты знаешь, что у меня всегда запись включена на компьютере, и то, что ты делаешь возле моего компьютера, это все записывается. Даже сейчас запись идет. Смотри, я просто зашла побегать. Просто зашла побегать и просто начала, короче, выживать в Майнкрафте, да? Не, ну ты подожди. Ты, главное, не волнуйся. Я не волнуюсь. Мне просто интересно, что ты тут делала. Свинюшек убивала просто. У тебя стак зажаренного мяса. Откуда? Тоже подарили. Там сказали нажать Ctrl-Alt-F и будет все как надо. А зачарованные золотые яблоки у тебя откуда? Ты знаешь, что их добыть в принципе нельзя? Их нельзя скрафтить. Откуда они у тебя? Три штуки откуда? Ну, там прилетал вертолет, они упали, я подбежала, подобрала. Вертолет? Вертолет, ну прям реально вертолет прилетал, они так... Я такая, о, что это такое, надо посмотреть. Дроп, как, знаете, как в Фортнайте, типа, скидывают дроп, и Катя пришла, открыла сундук, и там, опа, три золотых. Ну, так и было, реально. Так и было. Вертолет пролетал, Майк, Кать, ты кого обманываешь? Откуда ты это все, как ты это сделала, если я тебя даже не учил вот этому? Окей, что ты еще тут сделала? Что у тебя еще? Ничего я не сделала больше, я просто зашла и... Просто ходила, убивала зверюшек. Посмотри на меня, пожалуйста. Как твой день прошел? Пока что не знаю, подожди. Подожди, расскажи мне что-нибудь. Да, я там увидел кое-что. Сейчас давай ты мне расскажи. Че? О, свинюхи, подожди. Подожди. Кать! Че это такое? Где? Вот. Я не знаю. Это твой дом? Да, она сказала да. Она врет. Она спалит. Ты уже даже со свинюхами тут подружилась, да? Окей. Не надо туда идти. Зачем тебе туда да, идти? Да, Кать, руки прочь моего компьютера. Ты без разрешения играла в Майнкрафт. Понимаешь, ты еще не посвящена в Майнкрафт. Ты еще не должна в него полноценно играть, понимаешь? Даже свинюха тебя спалила. Это твой дом, да? Это не мой. Я уже спалил, что это твой дом. Давай рассказывай, что ты тут понастроил. Да ничего, смотри, тут вот просто... Я здесь просто вот купаю. Ну, просто водичка и просто купаюсь. Просто купаюсь, да? Что у меня здесь? Просто стены. А почему все розовое? И даже не отмазывайся, что это не твой дом. Тут все розовое. Ой, это вообще не надо. Друг мой. Башка крипера? Ты вообще знаешь, как она добывается? Да. Как? Она там, как, ты нажимаешь эту кнопочку, которую ты мне говорил, и все. А, волшебную кнопочку нажимаешь, да? Да. Пойдем отсюда. Хорошо. Телевизор у тебя, значит, тут, да? Телевизор смотришь. Откуда у тебя андерсундук? Это что? Она даже не знает. Вот! Ну это просто коробочки. Это андерсундук. У меня там мои заколочки с резиночкой. В Эндер-сундуке? А как ты его добыла? Да, все тот же вертолет. Все в вертолете. Стол зачарования тоже, да? Это мои книги, это учебник по русскому языку. Учебник, да. Тут нужен обсидиан, чтобы его скрафтить. У тебя как-то он тоже появился случайно. Только не говори, что вертолет. Да это просто мои книги. Я сумки достала, положила на полочку. Значит, дом ты себе построила. Так, а что на втором этаже? Не надо туда идти. Почему не надо? Что на втором этаже? Там ничего нет. Нет, давай мы посмотрим, нет, что на втором. Надо. Да уже пост. Не надо. Пост. А, кровать. Просто сплю. Просто розовая кровать. Да? Хорошо, просто кровать. Все, дай
давай потом. Двухэтажный дом ты, значит, себе, да, построила? Все, давай пойдем погуляем куда-нибудь. Она даже не знает, где у нее выход. Давай ты признайся, кто тебе? Ты наняла строителя, как ты моих подписчиков? Подписчики, это вы? Напишите в комментариях, да, это вы сделали. Подожди. Все. Она вас подгорела, да? Признавайтесь в комментариях, кто построил ей дом и кто ей добыл алмазы. Потому что я уверен, что не ты это все сделала. Я просто... привет. Ладно, давай идем поспим. А то ночь на улице. И ты мне утром все расскажешь. Точнее, не ты мне утром все расскажешь, а подписчики утром расскажут. Кого ты из подписчиков наняла, чтобы построили тебе дом? Кого? Кто это был? Слушай, никакие подписчики ничего не строили. Это напиши в комментах, если это ты. Ладно, я не знаю, почему ты играешь в Майнкрафт без моего разрешения, я тоже не знаю. Эндер-сундук у тебя откуда там, какие-то там еще какой-то дом есть. Нет, это тебе кажется. Вот еще. Дай, пожалуйста, дай мышку, я сейчас тебе покажу. Полностью розовый дом был. Смотри, нет. На горе там был, дальше. Нет, смотри, на втором этаже у меня, знаешь, что есть? Что у меня на втором этаже есть? Что у тебя? Это вот книга, советую тебе почитать. Она вот эта синенькая книга, вот эта вот. А вот тут еще одна книга есть, вот она, где, вот, смотри, вот. Что это за книга? Так, пошли в этот дом, посмотрим, что там-то. Чё? Давай, ты сейчас запишешь ролик. Да, сейчас я запишу ролик, только я разберусь, что ты тут делаешь в Майнкрафте, пока я душ принимаю, пока я сплю. Да, сейчас мы посмотрим. Стак мяса у тебя, значит, да? Угу. Хорошо. Ну, пожалуйста, не надо туда идти, пожалуйста. Да вот там, в смысле не надо? Да в смысле не надо? Не надо, пожалуйста. Не, Катя, ты подожди. Ладно. Смотри, кто-то, ну-ка, иди посмотри. Так, посмотри, кто там. Кто балкон, Катя, какой, в смысле, кто там? Стена там. Ну, пожалуйста, не, ну, ладно, хорошо, это мой секретный дом. Угу. Полностью розовый, значит, да, твой секретный дом. Просто секретный дом. Просто секретный дом. Просто секретный дом. А почему он секретный? Что в нем? Признавайся. А вот тебе скажи, на то он и секрет. Так, ну, так почему секрет? Почему у тебя есть секрет в моем мире Майнкрафта? Что там? Это мой мир. В смысле, твой мир? Ну, ты, вот Кать, у тебя даже не твой скин поставлен, это мой скин. Ты играешь с моего аккаунта. Я просто пароль от своего забыл. А, пароль, а то, что у тебя его даже нет, ничего? Просто скин у тебя есть. Открывай дверь вот эту. Я как ее открыть? Я не открою. Открой дверь! Нет, у тебя дверь из алмазных блоков, Кать! Алмазные блоки! А что такого-то я не могу понять? Так алмазные блоки, в одном алмазном блоке 9 алмазов. Откуда? Ну, открой! Нет, не надо. Ты забыл, что у меня просто кирка есть, я могу сюда зайти, нет, ничего? Откуда у тебя столько алмазных блоков? Откуда золот... Так, нет, это... не трогай его, только не Антон. Если ты его хоть пальцем тронешь, я тебе... Горячка? Нет. Кать, у тебя в секретной твоей комнате стоит цветок... Антона не трогай, пожалуйста. Какого, мать твою, Антона? Не трогай Антона. И все, я тебе все... Кать, цветок в секретной комнате, которого сколько ты Антона... Сколько денег ты хочешь? Сколько денег? Каких, мать вашу, денег? Ты цветок Антоном называешь. Откуда? Откуда у тебя столько алмазов? Откуда у тебя столько золота? Почему ты цветок Антоном называешь? Антон? Так все, руки убрал от моего Антона. Какие руки? Все. Кать, дай! Нет, не трогай, тебе сказал. В смысле не трогай? Все я сказал. Дай сюда! Все. Чё? Дай я... Все, окей. Давай сделаем, я тебе сейчас так же сделаю подарочек. Хочешь подарочек? Я сделаю девушку для Антона. Ты же хочешь девушку для Антона? Да. Чтобы у него была пара. Да, хочу. Хорошо, закрой глаза. Сейчас она будет такая красивая, честно. Для Антона мы сделаем. Почему ты цветочек Антоном называешь? Я не знаю. Но сейчас мы сделаем для него пару. Такая прекрасная пара. Хорошо, Кать, будь по... Да, не открывай, не открывай глаза. Сейчас я сделаю. О, какая у него красивая девушка будет у Антона. Прям... Я не знаю, почему она такая красивая, Кать. О, честное слово. Так, смотри-ка. Не смотри. Сейчас, подожди. Какой... Ох, красавица. Ой, красавица-то какая у него сейчас будет. Девушка у Антошки нашего. Так. И вот... Ой, подожди, Катя, подожди. Подожди, вот так вот, и вот так вот. Все. А, Кать, можешь открывать глаза?
А где? Вот, как только ты нажмешь на вот этот рычаг, сразу девушка у Антона появится. Вот прям сразу же. У Антона все будет хорошо. Нажми на рычаг, Кать. Все будет нормально. Девушка у Антона такая прекрасная. А откуда он должен вылезти? Она как салют, знаешь, салют в Майнкрафте. Знаешь, что в Майнкрафте существует салют? Нет. Ну вот, существует. Нажимай салют, такой будет в Майнкрафте, такой огромный салют будет. Отойди немножко, потому что салют будет очень огромный, очень огромный. Очень огромный, так где... Все, нет, Антон, очень огромный салют будет. Ты думаешь, я не смогу тебя спалить, и подписчики тебя также не смогут спалить, то, что ты через гейммод это все себе сделал? Вы понимаете, то, что мы учим Катю играть в Майнкрафт. Она просто зашла в гейммод и все сделала. Блин, ты вот... Ну как так можно? Ну почему ты такой, а? Какой такой? Это же Антон! Какой что Антон? Антон сделал? Кать, так! Баба, сиськи в руки взяла и не буянь! Ты думала то, что мы с подписчиками тебя не спалим? У нее куча алмазных блоков, куча алмазов, зачарованные золотые яблоки. Она говорит то, что вертолет прилетел. Просто поиграть решила. А зачем мы тебя учим играть в Майнкрафт, если ты все с гейммода добываешь? Надо учиться играть в Майнкрафт. Я тебя с самого начала до конца научу играть в Майнкрафт. Не нужно 4, 4 это плохо. Ладно, мне кажется, что серия с этого нормальная получится, поэтому... Все, я пошла скучать по Антошке, по-моему. Извините. Извините. Хорошо, хорошо, хорошо. По Антошке. Ладно, мне кажется, с этого можно нормальную серию нарезать. Хоть и Катя не по правилам играет, но все же. Ребят, мне кажется, то, что нужно сделать новую серию с выживанием Кати как можно быстрее, чтобы научить ее, как же нормально играть в Майнкрафт без щитов, что самое главное. Нельзя играть в Майнкрафт щитами, потому что кто играет в Майнкрафт щитами, тот плохой. Поэтому, ребятки, давайте сделаем так. Если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, сразу же выйдет новая серия с выживанием Катоса. Только нормальным выживанием, а не вот это Антон какой-то. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новую серию, также, чтобы не пропускать стримчанский. Я скажу вам огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Не дает он мне Антона строить, а? Я сейчас нового построю, я все построю.